Есть кнопочка переключения. Всем привет! Это Прокоманда, канал про ремонт и отделку. Меня зовут Вадим. Этим видео мы открываем новую рубрику «Инструменты». В рамках этой рубрики мы будем обозревать наш инструмент с тем, которым мы работаем, и будем говорить личное мнение, подходит этот инструмент, держит долго, легко ли с ним работать, ну и так далее. И героем сегодняшнего выпуска будет вот такой осепостроитель фирмы FireCore. Это китайский лазер, аналог полный Bosch 360, по-моему, да, называется 380 модель. Это полная копия. Таких моделей, вернее фирм, есть три. Они примерно одинаковые. Все три они копируют именно лазер фирмы Bosch. Этот из них наиболее адекватный, скажем так, и быстрая доставочка есть. Прилетел он к нам за 10 дней. Давайте разберемся более детально, что из себя представляет данное устройство. Значит, есть тумблер переключения включить-выключить. Он же блокирует сам механизм, чтобы он не болтался. Есть кнопочка включения-отключения режимов плоскостей. В данном случае на этом лазере представлено два вертикальных луча и один горизонтальный. Все они имеют угол 360 градусов. Вот. Ну, полная копия от Bosch. Но единственный плюс, это стоит 7500. Бошевский стоит порядка там 25-30 тысяч рублей. И как бы, сами понимаете, разница очень огромная. Значит, по поводу мощности лазера. Он довольно-таки хорошо видно, даже днем хорошо видно. Если сравнивать, например, с моим лазером предыдущим, который и сейчас есть, у меня израильский уровень фирмы Capra, да, по-моему, Capra называется. Вот, он немножко уже потускнел, его практически не видно, вот, светлое время суток. Это довольно-таки хорошо видно. И еще немаловажно, что мне понравилось, луч лазера очень тоненький. В принципе, я покажу на видео все режимы. Вот. Довольно-таки неплохое устройство, стоит 7500, ссылочки, если найду, оставлю под описанием, если кому интересно, может спокойно покупать себе такой аппарат и пользоваться им. Значит, в комплекте у нас идет чехольчик, небольшая подставка с крепежом для более большого штатива. Батареечки сюда идут формата АА, их 4 штуки, ну, потребление довольно-таки умеренное, то есть если хорошие батарейки брать, то в принципе нормально держит там пару дней спокойного использования, то есть без проблем. Если прикупить аккумулятор и зарядное устройство, вообще можно забыть про то, чтобы покупать батарейки. Изначально данный лазер очень точно был настроен, к нему претензий по настройке вообще нет. Может, это наш экземпляр, может, у кого-то приезжает уже расстроенный, но в данном случае у нас приехал именно настроенное устройство. Мы его проверили с помощью отвеса и с помощью нашего предыдущего лазерного уровня, то есть в плане точности вообще никаких нюансов нету, то есть никаких проблем. Вот. Из плюсов могу выделить то, что вот есть 360 градусов, луч довольно-таки яркий, и самое важное для меня, вот как для монтажника, там, плиточника, это толщина луча. Толщина луча буквально 1 мм, максимум 1,5 на отдаленностях, то есть там на отдаленностях там 7-10 метров, это всего лишь 1,5 мм. То есть для кладки плитки прям идеально. Идеальное устройство, можно прям вот в шов плиточки засветить, и все будет нормально. Корпус изделия выполнен из пластика, очень добротного качества, есть прорезиненные вставки, ну и по корпусу, наверное, это все, то есть никаких претензий нет, сборка отличная. Не падал, пока я не знаю, то есть расстраивается он или нет, например, мой капровский уровень падал несколько раз с 3-метровой высоты, некоторые вообще его просто кидали, и он всегда выдерживал данный вид падения и не сбивался. И если даже он сбивался, то я его раскручивал и настраивал, там без проблем есть болты, винтики, которые можно подкрутить, настроить лазер. Но, как утверждают братья-китайцы, его можно спокойно разобрать. Вот, будем верить им на слово, но, как понимаете, 7,5 тысяч рублей – это не те деньги, за которые стоит переживать или там бояться. То есть это не 20, не 30 тысяч рублей. Я думаю, каждый уважающий себя мастер найдет лишние 7 тысяч рублей на более-менее адекватный инструмент. На этом, думаю, обзор стоит заканчивать. Кстати, модель этого устройства MW93T. 3D лазер, вот здесь вот написано, не знаю, видно, не видно, я оставлю ссылочку, где мы покупали.
и у продавца, у которого без проблем все прилетело. Вот. Я думаю, на этом стоит заканчивать обзор. Если такая рубрика вам понравилась, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем пока!